Всем привет! Сегодня 14 февраля и с вами Камила Хакимуллина. В День всех влюбленных вы узнаете о самых романтичных событиях, которые пройдут в Казани. Концерт Марины Девятовой. Зажигательные народные песни прозвучат в новой программе одной из самых талантливых молодых исполнительниц русского музыкального фольклора. Ее творчество хорошо известно не только в России, но и во многих других странах мира. Артистки рукоплескали зрителей Европы и Америки. Она удостоилась чести выступать на особом приеме у королевы Великобритании Елизаветы II. Заливши тебя простуды. Рок-опера «Юнона и Авось». Полная авторская версия Алексея Рыбникова, в которой соединились традиции русской духовной музыки, фольклора, городской музыки, а сюжет об истории любви графа Рязанова и юной испанской Кончиты известен всем. Не пропустите! Музыкальный вечер намечается, ведь, как известно, романтика без музыки немыслима. Предлагаю продолжить в том же духе. Смотрим! Each morning I get up, I die. Акапелла Raindrops – это не просто голоса вместо инструментов, это качественно новое прочтение всем известной и всеми любимой музыки. 7 человек на сцене искусно заменяют целый инструментальный ансамбль. Широта диапазона и разнообразие голосовых тембров позволяют им исполнять музыку в совершенно разных направлениях и стилях – ритм-блюз, джаз, рок-н-ролл и многие другие. Дискотека «Изгевели». «Изгевели» позаботится о влюбленных парах. Хотите обновить чувства и укрепить отношения, тогда вам точно стоит провести этот вечер с ним. Песня о любви, зажигательные танцы и особая атмосфера, которая будет царить только в этот праздник, подарит всем позитив как минимум на год вперед. Ждем вас на вечеринке «Изгевели». Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Приятного дня всех влюбленных!